Всем привет! Мы с Жужечкой прилетели в Оренбург. Не надо, некрасиво так. К моему родному брату, в дом, где я выросла. Вот. Потому что послезавтра моей мамочке 12 лет, как уже без нее. Поэтому мы собираем родню. И будем мамочку вспоминать. Сейчас все мои уральские всякие закусонские. Сейчас всякая вкуснотища. Пельмешоны будут? Да. Ух ты! Потом вам сниму. Ух ты! Потом вам сниму улицу, двор. Вот как я здесь жила. В такой красоте. Сниму, вам все покажу. Что-то я прям с ума сошла. Какие 12 лет? 5 лет просто, 12 числа. 5 лет как без мамочки. Ирка. Иди играйся с маленьким. Иди. Ну-ка. Давайте, вы видишь, какие мячики дают? Ну, здрасте. А вот меня очень веселит, когда мне пишут там в сетях, девушка из деревни уехала, а деревня из девушки никуда. Это про меня. Мне так всегда смешно. А вы вообще стесняетесь, да, своего происхождения? Вот этой вот красоты, которая растет, да? Стесняетесь? Родни свои, да? Дом, где вы выросли. Я горжусь, например. Вот так вот. Всех люблю, целую, обнимаю тех, кто гордится своими корнями.